Короче говоря, особенность этого дома заключается в том, что это проект, который у нас называется «Знаю, что хочу». Это когда заказчик пришел к нам, показал, что он хочет, показал аналог, планировку, которую хотел. Наша задача стояла только подогнать и проект под его размеры, под внешний вид. И проект был реализован вот как человек его задумал. В принципе, это тоже такой интересный тип заказчиков. Люди, вот, им нужно материализовать их идею, их мечту. Кстати, мы не устаем говорить, что пока у вас нету мечты или идеи, мы не нужны. Нужна ваша мечта, мы только лишь поможем вам прийти к ней. И вот здесь вот наш заказчик пришел к своей мечте по полной программе. Вот дом, как он был задуман, так он реализован. Почему рассказываю про этот дом, а что он здесь интересное? Это не наша работа, мы заказчику просто помогали кое-что, просто там отчертить какие-то чертежи предварительно, но это вот целиком полностью его идея. А что мы здесь расскажем, это о вот этой вот штукатурке. Это вариант фасадного исполнения, что в принципе может быть и не натуральный материал, или даже как бы такой не из классических вариантов, а вот из таких интересных. Это называется фактурная штукатурка, да еще и художественная, с росписью, резьбой, там всеми делами. Очень такой интересный вариант. При хорошем исполнении служит очень долго, классная такая штука, вообще прям огонь. Вот это вот тоже можно не бояться. В моей студии есть правило одно. Как бы проект – это бумага. А важен дом, его воплощение. И поэтому мы решили снимать какое-то, может быть, немножко видеообзоров построенных домов по нашим проектам, чтобы вы могли увидеть, посмотреть то, что задумывалось, и то, что получили. Наверное, так.